В нашем городе работает, проживает более 100 тысяч человек, из них 23 тысячи пенсионеров по возрасту и инвалидов, 16 тысяч пенсионеров. Должен сказать, что вот существует совет ветеранов нашего города, который очень активно работает на благо наших ветеранов, чтобы их вовлечь в общественную работу, чтобы они почувствовали, что они не одиноки в своей жизни, а что они нужны обществу и необходимо, чтобы передали свой опыт молодым поколениям. И снова нас поздравляют юные таланты. Сан Доброжук, песня «Романтика». Когда Бог сотворил на земле жизнь, Он сотворил сначала мужика, мужчину, да? Да, да, да. Когда он увидел, что умеет хорошо творить, он из ребра Адама сотворил прекрасную, красивую, любящую и замечательное существо в мире, это женщина. Благодарю вас за то, что вы есть. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать не в добрый час. Полюбил я вас, счастья вам, здоровья, благополучия, не болейте, не старейте. Своей жене сказал спасибо, что ты со мной жила 60 лет. Стою, я всегда стою перед зеркалом, говорю себе такие слова. Я прекрасно себя чувствую. Всем сочувствую, настроение хорошее, а все остальное пусть заведет хорошее. И говорю зеркалу, я самая красивая, я самая счастливая, потому что больше услышать некому, я одинокая. Я бы сказала мужу, самый красивый, самый умный, золотые руки, самый ласковый и внимательный. Пусть вас согревает солнышко своими лучами, ветер пусть ласкает вас так, как бы вы хотели, чтобы кто-то вас приласкал. Девчонка водоворка, небо красок, все море стал чудом, мою миску на кулак. Хочу спасибо, я дарам, и никому их не отдам. Мои дара, мое богатство. Шепчу спасибо, я дарам, и никому их не отдам. Мои дара, мое богатство.